Так, ну что, надо микрофон настроить. Так, ну что, надо микрофончик настроить, да? Вы мне говорите меньше, ниже, громче, как. Всем привет, сейчас надо, блядь, переключить еще. Ого. Сильно громко. Блядь, ну звук как из бочки. К сожалению, с этим ничего не сделаю. Только если стерео выключить на этом микрофоне. Блядь, где это хуй? Ой. И сделать чисто вот так. Не, ну потому что вы привыкли к хорошему звуку, а там очень много фильтров стоит. А у меня нету, у меня OBS не потянет на ноуте, поэтому все через комп. Соответственно, как-то настроить звук хуй знает. Сейчас послушаю, как это звучит, блядь. Ебать, шипит что-то. Алло. Раз-раз. Раз-раз. Раз-раз-раз. Ну, я сейчас прибавлю. Сейчас прибавим звук. Алло. Раз-два-три. Раз, раз. Так, это, блядь. Это я выключу, алло. Это я выключу, алло. Ёбаный рот, блядь. Это я выключу, алло. Ёбаный рот, блядь. А почему по два раза? Как вот этот настроить все, это прям дрочево, ебаное, бля. А, ну по два раза это я на телефоне без наушников слушаю. Вот сейчас нормально слышно? Вот сейчас нормально слышно? Ну-ка, танец стерео, блядь. Вот так, раз, два, три, четыре, пять. Если я здесь буду стоять, допустим. Алло. Раз, раз. Раз, раз.
Сейчас включу там больше. Так, вот так слышно. О, так заебись слышно. Да не, мне по громкости отрегулировать. Вот так слышно. О, так заебись слышно. Во, по громкости нормально, да? Да не, мне по громкости отрегулировать. Вот так слышно. Все, короче, пойдет. Для таких выкрутасов не надо мне ничего гачинджека. Деньги, блядь, покупать надо. Нахуй оно мне надо. Один раз сейчас сделаем, не получится, и все. Так, блядь, ничего, нахуй. Мне там ничего не залазит. Блядь, задержка хуярит. Просто смысл как? Тут как бы все через ниндзю, блядь, идет. Тут пиздец колхоз на кухне. Ну-ка, ноутбук давай. Не зря же пасту меняли в тебе, блядь. Давай, родной. Не, на пол ебальник вот эта хуйня, да? Как, блядь, ну-ка. Как мне, блядь, вот так же сидеть, ебаный рот, подожди. Чтоб мне эта хуйтень не, на голову не падала. Ебать, этот ноутбук сейчас на взлет пойдет. Ёбаный сырничек. Не, подожди, это вообще не туда, нахуй. Вот так вот, наверное, да? О. О, бля. Сейчас настроим рекурсанов. Так, блядь, мне там на спину прызгать не будет, блядь, как бы. Все, ракурса пошли, блядь. Нормально, да, вот так вот? Ебальничек свой поближе подвину. О, отлично. Как, мне как бы неудобно, но похуй, ладно. Я просто заебался вот этой хуйней тут, блядь, заниматься. Так, что там, как у вас дела-то, ё-моё? Ещё хоть водички давайте выпьем для разгона, бля. И попрём готовить. Ой, Майкл, Майкл. Так, мне надо чатик вот сюда. Куда он делся? Во. Вот так все отлично. А крылья по-китайски острые? Ну, крылья по-китайски... Как на любителя, как сделаешь. Ваше здоровье, дамы и господа. Здоровушек, здоров. Ну, здорово, отец. Как, знаете, господа випы и модераторы, всех приветствую. Че, не играем сегодня? Да нахуй надо, заебал мне эта игра, блядь, уже. Сегодня интереснее вещи будем делать. Так, как мы тут это... Парам-парам, парам-па-парам. Госпожа модератор, да. Так. Крылья из мяса птицы натуральные. Кило 200. Кило 200, да? Соответственно, что нам надо сделать для начала? Порезать наши крылья.
Порезать наши крылья. Это тут собачка. Правильно? Правильно. Так, я вот не помню, как ты тут. О, да, 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 все правильно. Находим эту какую штуку. Вот. И режем. Кило 200 записываю. Все отлично. Руки помыл. Конечно, Димась. Руки я помыл. Сегодня с утра. Поэтому все нормально. А то хули КС-ку никто не хочет играть, блядь. Ну вот, получите контент, который вы заслужили, блядь. Чё, как у вас дела, рассказывайте. Я, конечно, вот это колхозил, блядь, час тут целый, пиздец. Тут видеостудия, нахуй. Тут этот шеф Ивлев отдыхает, блядь. Тогда один пошел побегать. Блин, Диман, ну, как бы так, я говорю. Либо в пятером, либо никогда. Ну, блядь, ну это не знаю, мне не нравится. Вдвоем там вот это. Можно, конечно, но у меня желания сегодня играть вообще не было. Как бы я предложил движ, у всех свои дела разные. Ну, блядь, как бы это нормально. Это заебись, что все по-своему там. Ну, вот, Стасян там шоу готовит, Олег там что-то по магазинам пошел. Илюха в Хардстоун там киберспорт показывает, блядь. Расчлен... Какая расчлененка, блядь, это курицы. Твич не охуеет. Я видел, блядь, там типы рыбу, блядь, живую убивали, блядь, это пиздец. Ну, для готовки ничего. Хотя я бы такое не стал делать. Не знаю, мне кажется, это кощунство на самом деле. Даже на дрыге, блядь. Как, ну, типа, не знаю. Или там у крабов живых ноги отламывают, блядь. Ну, типа, не знаю, не знаю. Я рак варю по технологии всегда, типа, головой в кипяток, чтобы они, ну, что, чтобы гуманно было, якобы. А там хуй узнать на самом деле. Меня слышно вообще, нет? Или что, или еще пойти? Сосян без настроения не говорит почему, хотя я пытался. Слушай, да, ну, с это, Наташа, да бывает, бывает. Не знаю, у меня тоже что-то, я вчера спать ложился, у меня тоже настроения не было, хуй узнает. Типа, ну, я так подумал, либо движ надо на вечер делать, совместную КС-ку, либо если нет, я как бы сделал альтернативный план и воспользовался им. Вот. Тебя слышно, это заебись. Да и где ваша шапочка? Блядь, у меня... Какая нахуй шапочка? Я лысый, блядь, Димасик. Шапочка, как бы сказал Олег, она там, ниже пояса. Так. Мы смотрим на твои руки, на твою спину. А, ну это cooking stream. Что вы тут? Вы должны смотреть, как я готовлю. Все нормально идет вроде. У меня кухня не такая большая, к сожалению, не могу вам полностью себя в рост показать. Как бы вам этого не хотелось, как бы мне этого не хотелось. Блять, не попал. А, вот попал, нормально. Так. Кстати, я не знаю, надо почитать, можно собакам давать? Нельзя, там какие-то в курице есть трубные кости, их нельзя давать никому есть. Ну и жопа в кадре, да там не видно жопу. Но у меня нормальная жопа пока что еще.
Пока что еще не пошел туда этот как он, бодипозитив. Так. Знаю, их помыть, может? Нет, лучше их не мыть, блядь, а то там пиздец будет этот какой. Тут все забрызжет нахер, я заебусь завтра это убирать, блядь. Так. О, все, я заебался, короче. Ничего, Олег, можешь зайти и устроить. Но это заебись. Ну, зад есть такая тело, стример обычно на ней сидит. Да, кстати. Причем уже, блядь, в натуре с этим, с таким образом жизни это ничего хорошего нету. Надо двигаться, двигаться. Я вот сегодня магазин прошелся, вообще заебись. Не знаю, как будет настроение. Кстати, может, под конец стрима и грамм 50 вискарика хлопну. Не знаю. Пока ничего не могу сказать. Грамм 50-100, может, так вот. Пока минералочка. Так. Нам чеснок нужен. Сейчас нарежем сначала чесночку. Так, сейчас посмотрим. Нам надо что, правильно? Нам надо имбирь 10 грамм. И вот этот чеснок весь получается, наверное. Не, ну Димасик, кстати, сделаем остренькие крылья. С табаско, скорпионом. Это просто пиздец. Это будет... Ну, я жестко не буду, конечно, делать. Вот. Так, запомнили, 10 грамм имбиря, да? Даже 12 можно, у нас кило 200. Даже нет, даже без ножек кило. Соответственно, имбиря мы берем. Грамм 10, да? Угу. Не люблю чесночок. А он, слушай, Наташ, он пряность дает. Его не это как он. Ну, ты не ощущаешь. Он придает блюдам пряность. Соответственно, допустим, тот же этот, как о, те же морепродукты, обязательно чеснок. Да не морепродукты даже. Даже стейк с чесноком делается. Это как бы, ну, не обсуждается. Так, сколько? Грамм 15 нам надо, да? Блять, как я обожаю. 24 грамма? Да не, ну это нормально. Не, нихуя, значит пиздешь. Значит нормально надо имбиря. Да все, блять, как вот эта хуйня работает? Алло! Все, 0 грамм, все, отлично. Сейчас, блядь. Сфига ты подготовил, ебать, да я всегда готов. А так, на самом деле, весы это коту каждый день хавчик взвешиваю. По-моему, взял. Это не мои весы, если что. Я всегда готовлю, я на глаз готовлю, я ни разу по весам. Это вот, блядь, первый раз я имбирь взвесил, блядь. На самом деле, вот я бы столько ебанул бы. А то там 10 грамм, 10 грамм, блядь. Какие нахуй 10 грамм? Вот, вот эту кочерыжку, ну такую, и то мало, наверное. А там 5 грамм у него, да хуй там, не угадал. Это круче крыльев KFC, Димасик, на самом деле.
У меня кто, друзья, не пробовал вот эти крылышки по-китайски. Все остаются в этом, как вот. Так надо помыть. Все в восторге. Все в восторге. Опа! Ну, не знаю, мелко смысл нет. Вот так, наверное. Такими кочерышками, чтобы потом он не отколупывать. Правильно? Правильно. Раз, два, три. Всегда берегем пальцы, делаем вот так вот. Пальцы падают. Технику безопасности всегда соблюдаем. Так, вот этот чеснок надо сразу делать вот так, лайфхак такой. Потому что потом отшкалупывать от этой, от скла вообще не очень. Так, а чеснок делаем вот так вот. Профессиональный удар. И он очищается отлично. Профессиональный удар в чеснок. Хотя это шкарлупки вот так оставляем, правильно? Правильно. Сразу отрезаем вот эту мандулу. Блять, немножко разлетелось в сторону, но ничего страшного. Кстати, возможно, два зубчика вот этих и хватит. Хотя не знаю, я больше по пряности чесночка. Тем более, оно выпарится. Ничего страшного. Я думаю, в самый раз. Чеснока в самый раз. Много не бывает чеснока, не переживайте. Много чеснока не переживайте. Я беру мясо, окунаю яйца, потом муку, потом снова яйца, потом на сковородку намазываю, и вкусно. Нихуя, ты тоже повар, Димасик, оказывается. Да ты красавчик, Димасик. Все мадамы из школы, они как бы твои. Сердце девушки, оно, знаешь, лежит через желудок. Так. Дальше что? Надо все приготовить, типа, ну. Чеснок сильно не нарезаем вот такими. Ну, чтобы потом его не очищать с крылышек. Очищать в любом случае придется, мне кажется. Но не страшно. Так. Белое мясо. Ну, он может из игры за какой-нибудь, не знаю. Ну, в игре где-нибудь, может, это видел. А если в реале, то осуждаем, Гачи-Джек, осуждаем. Не одобряем. Ни в каком посыле. Белого медведя ты хотел написать. Нет, это... Хотя лучше, да, удалить это. Не очень такой, как сказать. Блять, как удалить это сообщение? Вот. Ебать, браузер скоростной. Блять, я ебал нахуй. Проще, блять, в комнату сходить, чем тут, блять, эта ракета запустится. Я в ахере вообще, ебать, блять, пизду нахуй. Как лаги тут ебашил, блядь. Так, ладно. Дальше. Имбирь надо... Ладно, потом уберем. Что нам надо?
Так, ну в принципе все готово, чё. Поехали. Поехали. Блядь, за орехами. Так, яблочный уксус. Яблочный уксус, так. Я не помню, ладно, разберемся по этой какому. По обстоятельствам, правильно? Правильно. Сколько там ложек сахара, блядь? У меня также включается плитка. Но это панель варочная. Там внизу под это место. Как его звать? Под духовой шкаф. Сахар 2 столовые ложки. Столовая ложка это большая же, правильно? Значит, нам надо 4 столовые ложки на килограмм. Значит, масло чуть побольше надо. Так, поехали. Блять. Ну, примерно столовая ложка, да? Короче, 3 таких сделаем. И будет. Блять, короче, нахер. Так, блядь, не мучится. Четыре чайные с горкой ложки, короче, вот. Кто если будет готовить. Хотя навряд ли кто-то будет готовить. Это понадобится яблочный уксус. Одну доделаю штучку. Так, теперь самый ответственный момент. Надо, чтобы он нарос это и начал пениться. Правильно? Правильно. До этого мы еще вот так маслица. Я зря сделал. Сахар, да. Ну, можно мед. Это растительное масло я налил, если что. Так, это все откладываем. Так. Готовим сразу. 245 грамм у нас весит стакан. Соответственно, нам 100 грамм надо этого. Соевого соуса 350 где-то, наверное. Да, отлично, 370 грамм пойдет. Пойдет. Так, не забываем помешивать, чтобы сахар не начал гореть. Сейчас прикиньте, что он не растворяется, да? Ну, потому что в массе. А это сахар вообще интересно. Прикиньте, соль захуяли. Бля, надо микрофон накрыть, мне кажется. Не, сахар. То сейчас, блядь, сейчас пиздец во все стороны полетит. Нет, конечно, не будет. Чего, чужак? У меня есть огнетушитель, не переживай. Не, это сахар, нормально, ребят. Ложная тревога, блядь. Ложная тревога. Сейчас он как пенится начнет шоколадным. Закидываем эти как крылышки. Блять, я убегаю, короче. Сразу говорю, тут такой пиздаловск сейчас будет.
Ебать, все, начинается, начинается. Готовьтесь. Я тоже пятничный кукинг. Блять, а я видал уже хуярили. Я, короче, крылышки по-китайски делаю. Сейчас сахар начнет пениться, и мы закидываем крылышки. Я убегаю в другую комнату. Теперь меня будет плохо слышно, наверное. Так, и минут 5 вот так делаем. Засекайте. Уже цвет хороший, да, уже? Включаем этот котел. Какой запах, небо, какой цвет, ребята. Как я завтра кухню буду весь день отмывать, блядь. Я с работы приехал, сделал фарш, сейчас готовлю пюрешку, котлетку и подливу. Это классно. Бля, ну что, вы хотите сказать, вот это вот не секс? Вот это вот не секс цвет? Где тут? Я уже ее хочу, эту крылышку, скушать, но они еще не готовы. А ты вас взял, Олег? А то смотри, я говорю, под конец стрима, если будет это, какое желание у меня, я где-то грамм 50-100 без харита бахну, наверное. Так, короче, ладно. Обжарили, добавляем этот какой, имбирь и чеснок. Имбирь, чеснок. Сразу немножко молотого перца среднего. Среднего этого помола. Есть. Это все дело мешаем. Бля, какой запах пошел. Если делаете в боке, главное, чтобы не это. Тебе нужно петличку срочно. Слушай, Олег, да возможно это на один раз. Нахуй мне эту петличку покупать, блядь. Тут и так целый колхоз. Не, если бы ОБС-ка на ноуте нормально работала, было бы нормально. Если плохо слышно, я могу еще звук типа выкрутить погромче. Прибавит немножко. Так. И приправы куриные добавляем. Вернее, заливаем все соевым соусом.
Что, на курице колер есть, это самое главное. Так, и 200 грамм воды надо обязательно сюда залить. И 200 грамм воды это у нас... вот такой стаканчик. Все, есть. И сейчас будем приправу добавлять. А, ну и столовую ложку этого какого. Что, погромче сделаешь? Просто понимаешь, Олег, тут этот какого, блядь, надо убавлять сейчас будет. Ну пусть пока поэта. Просто я говорю, тут я все через ОБС ниндзю сделал. То есть у меня микрофон, две камеры, они подключены к ноутбуку. И через ОБС ниндзю они это какого. Подключен к моему основному компу. Так, яблочный уксус. Ну и, наверное, две ложечки как раз будет. Можно, кстати, огонь будет чуть убавить. Чуть убавим. Пока мы помешиваем. И нам обязательно надо добавить приправу. Две столовые, две чайные ложечки приправы будем. Да, конечно. Ну, а что тут, блядь, я тебе говорю, тут колхоз жесткий. Так, приправа. А, в принципе, хуй знает, сколько их тут. Две чайные ложечки. Какая-то куриная приправа, ну... Я думаю, есть. А сейчас самый будет смак. Две капельки даже. Ну, ладно, три капельки. Хотя, можно не капельки. Тут вот он уже засохший есть, но лучше капельки. Табаско. Секретный рецепт крылышек, блядь. Надо аккуратно. Раз, два... И три. Бля, ну он острый, пиздец, вот этот. Ладно, вот так. Ладно, пять. Пусть горит, как говорится. Ради Димасика. Оно подвыпариться должно. Но ради Димасика. В идеале туда перчик чили свежий или маринованный закидывать. Вообще охуенно будет. Это в идеале. Так, перемешиваем все это дело. Приправы наши, чтобы все они перемешались. Аккуратно это все делаем. И сядем попиздим, наверное. Пока это чудо готовится. Ну, это где-то минут 40 будет готовиться. Мы будем постепенно мешать. Смысл какой? Типа, поняли? Вода это уварится. И будет глазурь. Охуенная такая глазурь. Будут реально как крылышки по-китайски. Они настолько нежные будут, блядь. Просто охуеть. Рекомендую такой рецепт. Потом покажу вам, как что-нибудь настроение будет, как креветок делать. Ебать, охуеете. Вы так никогда не делали, наверное. Типа варить это такое себе для нубов. Креветки в чесночном масле. Поджаренные на сливочном масле с чесночком, с имбирем, с помидорчиком там чуть-чуть, с лимоном. Ебать. Просто, я говорю, вы охуеваете. Здорово, Dark Sky, здорово. Надеюсь, вы там не отглохли от уведомления от этого. Потому что я вообще ничего не слышу. Так, а почему она там, блядь?
У меня это, блядь, съехало, и газ в одну сторону влияет. Но... Теперь со всех сторон завелось. Бля, тут крышечка, сука, еще она прилипла, блядь. Блядь. Меня бесит такие вещи. О, все. Руки, блядь, не для скуки. Так, сразу надо мыть и убирать, потому что завтра это будет пизда у нас. Я говорю, Олег, ты бухлишко-то взял на вечер пятницы? Пивка там чего? Как раз можно будет. Я говорю, я где-то грамм 50 100 вискаря, наверное, ебану сегодня. Хоть я не пил пиздец сколько. Но ради такого дела. Еще раз перемешаем. Что, Дарская, как у тебя делишки? Ты как пятницу проводишь? Как в плаешечке успехи. Так, я сразу все приберу, ребят, потому что я себя знаю, потом это будет, блядь, помойка. Учеба, к сожалению, бля, ну это пиздец. Соболезно. В самом деле, сейчас я помою. Сразу же, так сказать, не отходя от кассы. А то потом день может лежать, блядь, два у меня. Бывает и три. Бля, нож подгорел чуть-чуть. Ну, план сейчас попозже очистим. Бля, ну варево охуенное будет. Просто не представляете, как это вкусно. Я помню, как-то даже... А так, пока складом в парк зашли, бля, ну эта тема, кстати, прикольная. Мы вот так в КС-ку складом зашли, блядь, пятером было дело. Ну ты, по-моему, заходил, видел. Для парка мы уже староваты. Ну как-нибудь можно для разнообразия, наверное, парк попробовать? Я думаю. По тихой грусти. Блядь. Мы помыли. Сейчас нож надо копченый помыть, блядь. Ой, видали, нож где-то коптился. Сучара, блядь. Ну ладно, похуй. Отмоется когда-нибудь. Наверное. Я не уверен. Ой. Так, ну чё, бобиджоны? Чё, за чё затрём-то, ёптать? Шучу. Нет, типа, ну, как у вас дела там у всех? Dark Sky вот написал учёба. Учёба это, да, это ебой. Так, это пока оставляем. Это нам уже не надо. Это мы можем убрать. Это вот так надо обязательно помешивать. Обязательно. Обязательно помешиваем. Огонь надо тоже уметь регулировать, кстати, на самом деле. Вот оно, чтобы не прям жестко бурлило. Потому что когда жестко бурлить начнет, это подгорать может. Mm-hmm.
Где предпочитаете заказывать хавчик доставкой? Слушай, я предпочитаю либо сам что-нибудь замутить, либо сходить куда-нибудь прогуляться. Есть у нас типа пиццерия такая, типа там печь пиздатая у них домашняя. Вот. Там очень редко. Ну там хачапури по-аджарски еще, блядь. Хачапури по-аджарски охуенные у них, просто ебейшие, блядь. Тем более цена-качество там. То есть одну я съедаю и там просто пиздец. Ну, половиной даже наешься. Пять это слишком, ну, вернее, целую прям, это разорви ебальничек называется. Сыра там прям вообще охуенно. И пиццы у них такие. Ну, пиццы такие, типа, не ресторанные, а тесто такое потолще прям, чтобы нахаваться. И здоровые. Вот. А так он что, мы в Бургер Кинг иногда ходим с кем-то. Ну, как ходим там, блядь. Не в шаговой доступности. Но. Так что как-то так. Пока водичку пьем, пока водичку. А то, блядь. Конечно, выпить. Что-то настроение есть. Бля, я 7 недель не пил, ребят. Вот ровно сегодня 7 недель не пил. Хуй знает. О! Так, вот так вот, да? Надо. Бля, вот так мне неудобно. Ох. А если ты любишь острые ощущения? Блин, я не люблю, Димасик, ну, прям неадекватно острое. Типа острое прикольно, но я со свежим перчиком люблю острое. То есть чили, чили такое, халапеньо. Или маринованный вот перчик есть, тоже прикольная тема. Прям жестко-жестко неадекватно острый я не люблю, и не каждый раз. Типа, ну. Если я хочу острый, у меня он есть этот табаско, которому уже года два, наверное. Блин. Просто чтобы ты понимал, сколько там его надо. Допустим, на блюдо вот вечером ужинаешь, вот капельки хватает, и у тебя, ну, тебе, если ты любитель острого, там две капельки надо. То есть это такая улучшенная версия. Есть обычный табаско, а это скорпион. То есть это поджигатель вообще, пуканов жесткий. Там еще есть Каролина Риппер, но это уже для, наверное, таких любителей, как ты. Бля, какая там тема? Ебать, как это пахнет, вы вообще, вы просто, блядь, не это, я хуй. Мешай пригореть сейчас, да, оно не пригорит, оно, по идее, там, знаешь, как оно сейчас тушится. Оно пригорит, начнет пригорать, там надо момент схватить, когда это прям вот тянучкой станет. То есть, по идее, даже можно чуть еще убавить, наверное. Потому что она уже, видите, бурлит, как вулкан. Но много воды, она должна уйти. Короче, вся вода должна уйти, остаться глазурь. Там еще много воды. Поэтому бурлим. Бурлим дальше. Бля, чугунный вок, кстати, пиздатый на даче. И в нем всякие шулюмы варили и так далее. Да и так я делал. Эх, есть захотелось, но надо что-то, да, минут 30, наверное, еще будет делаться. Не, ну 30 много, минут 20-15, наверное. Так что приготавливайте что-нибудь там, бутербродики, там, не знаю. И будем употреблять данное пиршество. Но острые они точно не будут. Острые они не будут. Вообще нормально, как бы, типа оно выпарится. Для остроты такой приятный, надо туда перчик, либо живой, либо маринованный острый перчик, и будет пиздато на самом деле. Да, можно вот этот край пойти подрезать пока.
Музыка как в ресторане играет, да? А на теплоходе музыка играет. А я стою один на берегу. О. О, уже превращается потихоньку в нужную консистенцию. Ну, я говорю, минут 20-30 еще. Не, ну 30 много. Уже подвыпаривается. Типа, главное с водой не переборщить, на самом деле. Потому что долго выпариваться вода тогда будет. То, что там, типа, Оля говорит, петличку, не петличку. Да нахуй это надо, блядь, это лишние деньги тратить на чё, блядь? Где она мне ещё понадобится, петличка? Тут один раз он кукинг сделали, блядь, все свои зашли, посмотрели, блядь, охуенно чё. Всё, посидели, попиздели. Кукинг поделали. Ебать задержка у меня на ноуте. Ну, пусть. Ладно, я чат хоть нормально вижу. Все будет офигенно. Да, Dark Sky. Все будет офигенно. Непременно все будет офигенно. Именно вот так, как этот чувак танцует такой. Йоу. Парам-парам-пам. Пам-барам-барарам. Бля, почему я в ту сторону смотрю? А, не, я это что-то... Надо вот так, бля. Ближе двигаться, короче. Бля, ну кухня маленькая из-за этого, вот так. Кухня маленькая из-за этого, как бы так, да? Но ничего. Во. Консистенция нужная начинается уже. Не, ну на самом деле, я честно скажу, блядь, я доволен. Это лучше, чем бы я сейчас сидел в пое дрочил бы, блядь, или в КС-ку. У меня хоть настроение у самого чуть приподнялось. Даже похер, типа, ну, мало зрителей, зато все свои, блядь. Пятничный вечер. Плюс как раз что-нибудь новое попробовать, это же прикольно. Что-то новое попробовать, это прикольно. Как минимум. Как минимум. Завтра вот этот мандулу мыть, блин. Вернее, надо сегодня помыть по-любому. По-любому сегодня ее надо будет помыть. Значит, у меня спина болит. Что за хуйня? Я вроде прогулялся сегодня. Блять, кусок этого соуса улетел на стенку. Надо срочно, срочно, иначе потом будет пизда у нас. Бля, да там не только кусок соуса, там, блядь, и кусок какой-то хуйни улетел. Чеснока, блядь. Бля, тут все в это. Короче, пиздец, завтра мыть все, блядь, ебанец. Потому что я сегодня точно мыть не буду, блядь. О, Майкл, Майкл.
Что-то все, все насмотрелись. Или что, или на кухню все пошли? За хавчиком. Что-то тишина в чате. Тут, блядь, что я смотрю, как вон, задержка, как я готовлю, блядь, охуенно. Не, на самом деле нормально, я тут заморочился. А, в кат, да не, к тебе вопросов нет, да, рыскать, ты в катке-то понятно. Это... Там не надо отвлекаться, а то, блядь, не затащить. В PUBG надо на полном серьезе хуярить. Димасик в KFC побежал, походу. О, пошла руда. Так, прям чуть-чуть, кстати, осталось. Надо не проебать момент, когда начнет это. Блять, а как тарелки-то доставать теперь, ебаный урод. Блять, провода нахер. Надо было заранее достать. Блять, целая система ниппель, блять. Все через проводные сети. Бля, телефон там не запачкался, мой. Неспешная кремация крылышка продолжается. Да не, почему кремация, блин? Кремация, когда их сжигают. Я-то не сжигаю. Я чужак, я готовлю. Я готовлю супер-пупер варево. Смотри, какая тема. Смотри, это тема. Разве это не тема? Все, прям чуть-чуть осталось. Вот чуть-чуть прям оно вот ужарится чуть-чуть. Остатки воды, все, и можно набанденивать. Блин, чеснок зря я так на это. Он на крылышки намотался, неплохо. Да, то ты готовишь, да ебать, конечно. О. Чтоб все вон нахер разбежались, блядь. Эй, блядь. Это, короче, не мой контент. Надеялся и думал, что хоть это кто-нибудь будет смотреть. Похуй вообще. Не, ну... Кто остался, те смотрит. Так что, я думаю, в синьки въебем. С это какого? С горя. С горя прибухнем, блин. Что не зашедший контент. А не, на самом деле, в пятницу вечером стримить – это хуёвая идея. В пятницу вечером большинство припивают пивишко и там или в компании тусуют, или это какого. Так да, 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 согласен, я чужак. Не, пятница всегда такая была, просмотр скудных. Потому что, тем более в такое время, люди… Не то, что домой приходят, а там, ну, приходят домой и куда-то, допустим, ну, там, собираются там, в какое-нибудь заведение, допустим, сходить и так далее. Так, все, надо заканчивать этот беспредел. Блядь, вы этого не видели, сука, а я видел, блядь.
Шит. Ебать, всю плиту заляпал. Кстати, масла можно было чуть меньше. Это надо сейчас водой залить. О, Майкл. Сейчас приду, ребят. Смотрите, какая офигенная тема. Ебать. Это просто ебейшее. Пойду этот экран выключу. Текс. Ну что, мы будем пробовать, господа. Это чудо кулинарии. Мне надо сейчас настроить камеру. Такое пониженное чуть-чуть. Как это выглядит? О, блин. Ну, приятно, спасибо, ребята, вам тоже приятно. Вам тоже приятно. Какая нахуй романтика, гачин джат, ну шо ты, ё-моё. Ну шо ты, ё-моё. Музыка как в ресторане играет. Сейчас самое главное романтика. Самая главная романтика. 15-летний. Шотландский. Блядь, 8 недель не пил наш. Ебать. О, он просто охуенен. Музыка как в ресторане, нормально. Ой, бля, ебать. Да нахер в коробку, правильно? Один хер еще раз. Наверное, не знаю. Сейчас попробуем.
Так, ну чё? Ваше здоровье, господа. Бздинг. Бля, как он пахнет охуенно. Бля. Ради этого стоило пить, не пить 8 недель. Просто охуенно. 15-летний вискарь. Бля, он стоит, конечно, но он того стоит. Я чистоганом глотнул его. Бля, это кайф. Так, ну давайте пробовать. Бля, не горячий. И как это делать? Бля, я хуй знаю как. А скушать-то крылышко хочется. Бля. Вот такие вот они в глазури. Ебать. Какой нахуй KFC, блядь. Какой нахуй. Ребят, рекомендую. Блять, неудобно так есть, конечно. Цена-качество топ. Килограмм крыльев 229 рублей. Соевый соус у всех есть. Сахар, приправа, блин. Ну, яблочный соус можно не кидать. Имбирь, блин, ну, нету имбиря, да и хер с ним. Ну, от остроты можно побольше. Не, ну, кстати, острота есть. Острота есть. Это топ. Короче, чтобы вы понимали, насколько это пиздатый рецепт, ну, я делаю. Моя бывшая жена, когда мы еще, ну, вместе были, она на день рождения просила, чтобы я, типа, сделал эти крылья, чтобы она на работе там проставилась. И там на работе все в ахуе были. Охуеть, да? Поэтому я хуйню не приготовил. Типа, знаете, сюда что не хватает? Каких-нибудь вот китайских специй. Типа, это вот куриная специя, она больше карри где-то. Тут вот со специями надо поэкспериментировать. Но нормально. Я также говорю, когда что-то приготовлю. Димасик, попробуй такое сделать. Просто тема. Не обязательно вок, сковородку. Можно. Можно в обычный, чугунный. Так вот, китайцы там рецепт вообще лютошно. Ну, можно кунжут там посыпать, блядь, это лишние деньги. Это бомж-вариант. Чё ты там ноешь? Шарик шестаскаешь свой. Всё, чё ты орёшь? М-м-м.
Нет, типа у меня мама делает крылышки, но она в духовке с кетчупом. Типа в кетчупе маринует, они типа эти крылышки баффало называются. Котик, хочешь попробовать? Да ну ты что гонишься? Если, он, во-первых, это есть не будет, а если он что-нибудь даже съест, у него дрист будет сразу же. А больше по сухарям. Кому как? Мне больше вкус курицы нравится. Типа вот здесь он чувствуется. И пряность вот эта вот, острота небольшая. От имбиря пряность. По соли все четко. Бля, под пивас прям нормально. Вот соль прям, прям вот как надо. То есть не мало и не много. Можно сказать, на грани. Хороший рай. Ну да, под пивас. Солененькие. Я просто пиво не хочу. А вискаря ебануть. Да он там на дверь орёт. Он не рядом со мной даже сидит. Он там на дверь орёт, чтобы ему дверь открыли, бля. Хуй знает, что он хочет. Он хочет выйти, блядь. Он такой, что ты тут, блядь, наготовил? Я ебал, блядь, я пошёл. Водичка нас ещё. Блин, ну, не знаю, я три крылышка съел, уже наелся. Музыка, ебать, как в ресторане играет. Давайте, господа, ваше здоровье. Бля, перец попал, сейчас перебьет весь вкус. Пойду музыку какую-нибудь поживее поставлю. Алёша. А уехал на замках, пусть нам светит солнце ярко. Да он у двери лежит, он хочет выйти куда-то постоянно. Бля, хотел выпить. Давайте, джентльмены. Бля, ну охуенный вискарь. Я вам так скажу, я, конечно, не поддерживаю бухание, но для 15-летний. Топ. Я очки поправил, блядь. Какой фак, блядь. Бля, как вино нахер. О. Вот этот мукбанг, да? Ну, умеренно. Острый смысл. Ну, просто я не знаю, что для тебя острота. То есть для меня приятная острота. Остренько. Остренько, пряненько. Самое главное, вкус курицы чувствуется. Мне там панировка не нравится. Это не еда.
Ты забыл мысль, детва? Вон лежит. Хавчик там. Ну, Бургер Кинги не такие острые. Они даже, можно сказать, не острые. Но они мне больше нравятся. Они такие подсушенные. И без панировки. Бля, ну как вот... Смотрите, какое крылышко, ебать. Вот этот соус сверху охуенный. Вот масла чуть поменьше надо было. Потому что на дне тарелки он масло, блядь, плавает. Они так тоже жир дают, когда... Что на следующем кукинг-стриме готовить? Да я хуй знаю, никто не смотрит, что готовить. Я с кентом лучше просто побухаю, на кухне посижу, блядь. Ну как никто не смотрит, как бы... Ты с Димасиком смотришь. Уже, как говорится, для кого-то. То есть не зря. Ладно, сам с собой сидел, разговаривал. Вообще был пиздат. Посмотрим. Будет смысл, если можно. Типа я попробовал, я уже знаю, как что делать. То есть знаю, сколько мне на приготовление надо. Почему нет? Вы никто, я тебе сказал. Вы с Димасиком, ебать, топ-челики, которые носите звание VIP-клиентов, за что я вам, разумеется, благодарен. Я же сказал спасибо, что я сижу не один, блядь, не сам с собой разговариваю, могу поклониться. Пойдет? Фу, я что-то припил, бля, мне хорошо прям так стало, ебай. Светит ярко! Блин, что-то дохуя крыльев. Я, если честно, уже наелся. Не, ну так вот на двоих с кентом посидеть, кстати, как вообще хуяно тело. Взять певца. Делается, ну сколько это за час приготовлено было. Так на завтра оставлю. Да, конечно, я оставлю. Ты что думаешь, я все съем, что ли, блядь? Я же не буду есть. Не, я не давлюсь, я пока походку ем. Я типа, ну, сытый уже. Так, прикольно. Ну да, кстати, Гачижак правильно говорит. Когда только-только вот они самые кайфовые. А ну и макароны жареные с колбаской. Такие вкусные. Ну, потом, да. Потом есть можно. Ну, сейчас самый топ. Спасибо, Олег. Спасибо. Тебе тоже приятно. Крылышки бомбезные получились. Мари. Просто топ. За свои деньги... Тема GoKS. Блин, надо поесть. Вот смотри, твое здоровье. Ты Сэма бахнул? Я тоже, можно сказать, Сэма, только шотландского. 15-летнего. Твое здоровье. Ну и всех остальных в чате, ребят. Эта вебка, она не то, что балованная, Олег. Надо отключить стабилизацию, не стабилизацию, а фокус.
Фокусирует он постоянно, заебал. Спасибо, Ван Пупсик, спасибо. А ты что, это, Олег, ты бахнул в этого, как он? Нет, это не Сноут. Это типа как у меня, только это Full HD-шная. А у меня это 4К. Ой, нет, 2К-шная. Нет, это Canon. Мамину вебку у нее взял. Она не нужна пока что. У меня, блядь, этих камер я ебал. Телефон, блядь, через OBS Ninja, блядь. Второй телефон. Там вебка. На новый телефон вебка говно просто. Мы же снова старый. Ты под Сэмом в КС решила это играть? А он как норм. Да. Не, вебка хорошая, ее только отредактировать. Я говорю, тут ОБС и нету на нем. Ну да, она с это, с автофокусом. То есть тут надо что-то ставить. Я на комп, ну, на ноут ничего не ставил. На этот. На этот ноут ничего не ставил. Соточку потянул за ужином. Слушай, ну я не знаю, сколько я налил. Ну, тоже, наверное, соточку вот осталось. Ну, мне уже что-то прям хорошо, я не знаю. Еще я что-то уже, наверное, я хуй 8 недель не пил вообще, блядь. Ничего алкоголя. Олег, попробуй ворола. Олег, попробуй удали его. Этот Valorant. Я так и сделал. Я попробовал Valorant и удалил его. Я тоже неделю не пил. Нет, ты болел, нихуя себе. Добавил. Бля, крылья охуенно. Вот эта тема, я говорю. Типа, 300 рублей цена вопроса. Кило, блядь, 200 кило там. Вдвоем так это как он. На двоих под пивас. Ебать, ебейшая тема. Сколько их минут за 40 сделали. Не, я от пятницы до пятницы. Я так не умею просто. Поэтому я и не бухаю. Ну, что-то, не знаю, настроение вообще вчера хуёвое было. Что-то ложился, бля, вообще в тильте, нахуй, как он. Я говорю, он хоть замутил, блядь, кукинг-стрим. Все свои, как бы, заебись. Я, у меня хоть настроение поднялось. Я что-то новое сделал, мне уже прикольно. Я не знаю, заебался, Олег, что-то. То есть уже... Удовольствие от стримов не получаешь. Последнее время. Не, ну когда что-то новое, прикольно. Типа в КС-ку тогда в пятером играли, Fortnite. Фу, бля, Fortnite. Да Fortnite тоже, Minecraft и так далее. Я тоже думаю, как стрим замутить, как раз фолловеров налетит. Слушай, ну не в пятницу вечером это делать точно. Потому что в пятницу вечером... Все это. Все приходят с работы. Или идут в питейные заведения. В субботу надо вечером кукинг стримы делать, наверное. Кунинг стрим. Блять, а, вон ты че. Кунинг стрим. Я не прочел. Бля, ну это надо на другую площадку сразу. Типа одна камера над столом, другая под столом. Есть, кстати, такие стримерши. Стримят на Twitch сначала, ну, условно. А продолжение типа уже на серьезной площадке. И там прям реальное продолжение. Мне кажется, там уже перешагнут предел горячих шуток. Да хуй знает. Не, ну, блин... Как бы Олег тоже же, ну, ровно настолько, сколько он позволяет, настолько и шутит. То есть, как бы ему когда не нравится, он просто сделает вот так, и все. И чувак больше не будет шутить, а другие такие, да ну нахуй, типа.
как-то так. Блять, что я наелся, а я остановиться не могу. Что за хуйня? Не, имбирь, кстати, must have такой вот. Дает прям. Пикантность. Пиканто. Как бы, да, заебал гайчик, когда ставлю запреты скипы. Ну, вот я говорю, и у каждого стримера есть свой предел, каким бы он там, типа, ну, как бы он там не терпел, там, допустим, эти шутки и так далее, или лояльно к ним относился, все равно есть предел. То есть, если люди шутят, прикольно, да. Он Гачи Джак, блядь, тонко всегда шутит, не знаю, ну, у него прикольные шутки, но он и как бы человек взрослый, блядь, и плюс еще бакалавр и магистр, нихуя себе, еще бы он там шутил, ааа, ебать. Пальчик, смейтесь. Ну, нормально у него юмор. Соответственно, как бы, ну, когда нормально шутят, это прикольно. А когда, блядь, ну, раз сказал, два сказал, нихуя не алё, ну... Я говорю, у каждого свой предел есть. У каждого есть терпение. Если человек даже терпит, улыбается, блядь, в любой момент оно просто... Что в КС, Димасик? Что в какой я? Где я тут в КС тебе буду играть? Какой КС? На чем? Давай я на ноутбуке сыграю в КС, блядь. 1-0 с лагами, нахуй. КС Майнкрафт, ёпта. Ой, блядь, острое попалось. Какой КС? Тут мукбанк он вовсю идет. Я у Олега спросил. А кто будет играть? Илюха стримит Хардсон. Стасян сказал, хуй его знает. Не, я как бы я ем, офну вот эту кастрюлю помою, блядь. Можно поиграть. Запускай, Димасик. Все, запустил. Жди, сейчас прогрузится. Блядь, салфетки куда станешь? Бля, у меня усики теперь в крылышках. Не, еще парочку съесть надо. Пока чики-бомбони. Не, надо такие вещи по субботам делать. В пятницу вообще стримить без пом. В субботу как-нибудь сделаю что-нибудь. Креветок можно, блядь. Блядь, это перо куриное, блядь, сварилось, сука. То есть это свежие крылышки. Вот у меня точно так же, как с KFC крыльями. Да я не знаю. Я думаю, 1-2 в КС катать, за Илюху потеребонькую, что он там. Ты что думаешь? Ну, минут через 30, наверное, Олег, можно. Мне надо помыть, блядь, эту хуйню, чтобы она не засохла. Не знаю, Стасян, будет Шик хотел сыграть. Шик хотел сыграть. Стасян, не знаю, будет, не будет. Как бы можно сыграть, я хуй, но я не вижу смысла тут, блядь, час целый там стримить и так далее. Сейчас посидим, попиздим, кадрюшки съедим, сколько съем я, блядь. Просто они уж холодные, невкусные будут. Вискарелу допьем. Можно в КС Геллу залететь.
Ты там спроси, Илюха будет, давай к нему на стрим с вебками залетим. Расшерушим его там этот, как ты говоришь там. Что там надо расшерушить? Стасян сейчас будет передумает. Да у него там какие-то эти, блядь, сектанты его там это, и, блядь, все. Билдеры, блядь. Я думал, бодибилдеры, а нихуя, какие-то там билдеры в Майнкрафте, блядь. Тогда играем в КСК, они заходят там это. Там этот сказал, надо там собрание какое-то, ебать, какое-то собрание. Они там что-то, ебать мой хуй, блядь, какое нахуй собрание? У меня в их возрасте, блядь, одно было собрание на стадионе футбольном, блядь. После футбола, блядь, пивка там, девчонки, гитары, ебать. И тут собрания были. А на следующий день в шарагу. Люди понимают собрание. Там же деловое собрание в 300 баксов. Да не, на самом деле, как бы нравится, так нравится. Вообще, ну, просто вот это, знаешь, типа, я не за Стасяна, я вот за этих челов. Видишь, что, блядь, играет с знакомыми в КС-ку, да? То есть, вебки, надо, блядь, на собрание какое-то. Да ебать, он сейчас прям бросил все и побежал к вам на собрание. То есть, и видно, что человеку интереснее с нами, блядь, чем на каком-то там собрании, да? Он раз сказал, ему не пойду, тот, блядь, нихуя не алё. Он два сказал, там, не пойду. Ну, вот это я вот это прям реально не понимаю. Блядь, обожусь, нихуя устали. Ну, осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть крылышек. Уже 20 минут достримим, короче, до 2 часов, да? О, типа пробный стрим нормально. А как тебе идея стрима на природе, типа рыбалочка? Была, был такой стрим, Гачи Джак, ты еще не был знаком со мной. Приезжал друг с Москвы, мы собирались в компанию, шестером ездили к нему на дачу. Там, ебать, бассейн был. И лес, как ты вот это вот любишь. И... Но было под таким делом. Пиздец, там записи не остались. Это узкий круг людей смотрел эти записи, там пиздец был. Я удалил их нахер, блядь. Чтоб ты понимал, я там в лесу, блядь, заходил в свой телефон, в учетку, чтобы удалить эти, как он. Да бесиньте. Да там интернет херово ловит, это раз. Можно сделать, это два, но... 10-20 зрителей будет, я буду делать контент. Я вот это делаю для того, чтобы, ну, как тебе объяснить? Для того, чтобы у меня было понимание, как это сложно, не сложно. То есть я захочу, допустим, кукинг-стрим в следующий раз сделать, я уже понимаю, что это по времени, сколько приготовиться, сколько это. В принципе, ракурсы я все себе сделал, какие мне надо. Ноут вытягивает то, что от него нужно. То есть рестримит на основной комп. Это норм. Сделать типа рестрим. Да есть идея, да хуя, Гачи Джак. У меня шестерка в гараже стоит, ебать. И рестрим, нахуй, ёпт. Раз-раз там, джун-джун, ебать. Классика, нахуй. Аккумулятор купить надо. Ну там по-любому надо будет что-то делать. Она как бы заведется, поедет. Просто чтобы на ней ездить, пару... Типа, ну, прям эксплуатировать ее. Там надо по-любому сейчас менять будет. Там резинки повысыхали уже. Ну, кстати, да, Димасик, телефон, да. У меня друг есть, у него хороший телефон. Я могу его попросить. В субботу как-нибудь. То есть разовую тему такую можно сделать. Рыбалочка, Гачи Джак, все как бы, ну, я могу это замутить, но, блядь, типа, если прям как стрим готовить, я должен быть, типа, ну, уверен, что 10-20 зрителей будет. Если я для себя буду делать, то мне похуй на зрителей.
Ну, в смысле на количество зрителей мне все равно. Я правильно выразился. Мне на зрителей на моих неплохо. Ну, на олдов вообще тем более. Плюс на адекватных ребят. Сейчас чуть посидим, наверное. Только без веба и хочешь, чтобы заморачиваться. Ну, как хочешь. Если Илюха не хочет с вебками заморачиваться, как хочет. Его стрим. Просто я бы такую эту не это... Ну, возможность не терял бы. Это, во-первых, опыт. Когда тебе другие приходят, стримеры. Типа, ну, если ты дальше будешь развиваться, у тебя уже опыт есть, ты уже знаешь, как это делать. Плюс, не знаю, ну, мне кажется, для зрителя это прикольно. Когда несколько человек на стриме. Взаимодействие. Потому что большинство людей смотрят стримы с вебками. То есть они не рассматривают... стримеров без вебок, типа, говорят, блядь, я... Мне нравятся там эмоции стримера. И... Но это Илюхин стрим, как бы. Я высказал просто свое мнение, я ничего не говорю. Хочешь так, пожалуйста. Есть люди вообще без вебок стримят. Что-то я поел, и спать тянет. Весь день дождь, голова болела, сейчас спустил и расслабил. Засижу с тобой, наверное, лягу валяться. Блин, гачжа, береги себя, бро. Вот что я могу сказать. А то, что ты поел, хочется спать, это да. А если еще писярик бахнуть, пиздец, тебя так расслабит и вырубит. Дело хозяйское, он со своей вебкой будет. Да я говорю, Олег, дело хозяйское. Я вообще, ну, дело каждого человека, делать то, что он хочет, блядь. Ну, все, вопрос нет. Я как бы свое видение говорю. Хорошие крылья точить. Я говорю, сейчас минут 15 достримим, и все, и будем это. Ты же знаешь, я осуждаю синьку. Ну, слушай, у тебя самого была мысль бахнуть абсента полтишок. Поэтому, ну, не знаю. Смотри сам. Типа, блядь, я тоже осуждаю, но мне очень сильно захотелось. И... А то у нас сейчас минус один будет. А кто минус один будет? Кто минус один будет? Ну-ка. Мысль была, мы слышали. Не, я чужак, дел хозяйска. Сейчас, Олег, еще одно крылышко. Да не, я что, блядь, ли отдыхать минут, помыть кастрюлю эту минут пять, блядь. Ну, не кастрюлю, волк. Я искоря бахну, какой отдыхать, ебать, ты что, я на энергии. Ебать, там музыка играет, шики-дым какой-то. Эй, мама, шики-дым, шики-дым. Эй, мама, шики-дым, шики-дым. Сейчас устану, блядь, мне как вискарь в голову даст. Давай, Олег. Ваше здоровье. Чат. Закушиваем крылышком. Я вот эту шарманку всю закрываю. Мою вот этот казан-кебаб. И залетаем в этот. На стрим к Илюхе. Я рейд не смогу ему дать, а то он все говорит, что ты рейд мне не даешь. У меня руки грязные. И зрителей мало, скажем, опять. А мы сами, типа, зашли на этот наш стрим. Сейчас поглощайте эту энергию, шагадым. Да? Давайте, ребят, с пятницы. Хорошего вам настроения. Здоровья самое главное. Спасибо, что зашли.
У меня настроение поднялось сегодня. От того, что что-то новое попробовал. Ну и плюс... Бухнул, наверное, из-за этого, блядь. Ладно. Но я немного выпил. Гачижак свидетель там было, блядь, вот столько. То есть, ну сколько? Грамм 50 это, наверное. О, бля, ну хороший вискарь, ебать, ребят. 15-летний Гленфиддич. Шотландский, блядь. Каждый грамм посчитался по ГОСТу. Красавчик. Все, одно крылышко и хорош, я наелся. Ой, сейчас бы еще папиросы, пиздец, принесла за шапокочком. Слушай, а у меня есть сигареты китайские. Охуенные сигареты. Вот на даче курили, блядь, там реально табак прям. И после них башка не болит. Мы вот многие не курим. То есть я реально не курю. Я скурил, и у меня на утро нормально себя чувствовал. То есть, ну я не хочу курить сейчас. Но они прям пахнут вот это вот сигаретами, как, блядь, вот когда еще, хуй знает, когда нам лет по 16, по 17 было, тогда нормальные сигареты, кстати, были. Сейчас хуйта полнейшая, блядь, продается. Спасибо, Гачи Джак, от души душевно приподнял, приобнял. Там уже не ко мне, наверное, на стрим, а кентухи. Я в этот, как его, в ТГшечку на него ссылочку кину, что мы у него. Бон 13 рублей. Да, я в Америке помню, Петр Первый курили синий. Бля, охуенные сигареты были. 12,50 стоили. О, а Винстон 17-19. Вот, кстати, Винстон нормальные сиги были. Винстон нормальные сиги были. Я вот Винстон курил, по-моему, синий. А сейчас вот это какая-то хуета. Компакт, хуяк, блядь. Я как-то у кента взял покурить, блядь. Я чуть не блеванул. Не, реально сильно поменялись. Поэтому я говорю, вот мне знакомый прям подогнал, и реально китайские сигареты, прям там акцистки китайская, вся хуйня. Бля, топ. Я сначала так, скептически, но они пахнут табаком, блядь, прикинь. Ебать, ебейшая хуйня. Бля, аж курить захотелось, ебать. Ну тогда я в КС-ку не смогу играть. Прикинь, я еще сигареты покурю, ебать, а еще, блядь. Растащит, нахуй. Не, по СКС-ке посмотрим. Может, побухаем, посидим. Хочешь, Олег, бухла стрим сделаем после этой, после КС-ки? У тебя там самогон есть еще? Так я и говорю, нет. Ну как улетишь? Я не буду полностью в затяг курить, во-первых, потому что я не курю. Мне плохо станет. Бля, я не знаю, собакам можно вот эти крылья, эти кости давать? Или выкинуть их нахуй? Не, ладно. Бля, 4 крылышка не доел. Чат будете? Вебка фокусируется. Вебка не тупит. Она на мою лысину сфокусировалась. Я думаю, собачки оценят мою высокую кулинарию. Что там за хуйня играет? Кого встречаете? Встречаете
к вам приехали из Москвы. Четыре осталось. Не могу больше. Да это интернет, наверное, тем тупит. Это интернет, походу, проскакивает. О, да, тоже темно стало. Что за хуйня? А сейчас нормально стало. Все, всех приподнял, ребята, всех приобнял. Идем к Илюхе на стрим. Все, обнимаю. Хорошего настроения вам всем желаю. Чао, какао. Магия хорошего настроения. Фух. Спасибо, что залетали на стрим от души, ребят. Спасибо.